думаю, что там тренеры потребовали. Так, ребят, минимальное преимущество. Давайте... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Домашний динамовский лед ставит в тупик Красоткина. Да, отскакивает шайба совершенно в другую сторону от льда. Ну и в итоге динамовцы делают счет этой встречи 2-0. Такое бывает у каждого вратаря. Один раз в карьере. Кого-то, может быть, чуть чаще. Но как вот просчитать такой отскок?